Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях мы выложили у себя на канале ролик «Кольцо на стержне» по мотивам задачи турнирных физиков текущего сезона. Но когда мы этот ролик уже собрали, у нас, конечно же, появились новые мысли. Мы с Алексеем стали звонить друг другу, эти мысли рассказывать. И вот одной такой мыслью я хочу поделиться с вами, ну, а с юными физиками, которые будут решать эту задачу, особенно. Ну, надо напомнить сначала, в чем состоит задача. Вот имеется вертикальный стержень, на него надето колечко. Я это кольцо с подкруткой запускаю, и оно спускается, и может так спускаться сколь угодно долго по стержню с постоянной скоростью. И требуется исследовать его движение. Ну, мы много чего уже об этом рассказали в первом ролике. Если кто его не смотрел, посмотрите его сейчас, пожалуйста, потому что я буду опираться на то, что в нем сказано. А мысль новая, которую мы хотели бы сейчас рассказать, вот она касается прежде всего, так сказать, тренировки воображения. Потому что представьте себе, вот кольцо здесь быстро по стержню, вот в каком-то таком своем положении спускается. И представьте себе такую систему отсчета, которая вращается вокруг стержня вместе с этим кольцом и опускается вниз. Так что, ну, в этой системе отсчета кольцо все время видно в одном и том же положении. Ну, например, вот в таком перекосе. И давайте попробуем описать явление именно из этой вращающейся вокруг стержня неинерциальной системе отсчета. Представим себе, что здесь так летает такая камера вокруг вместе с кольцом. Плохо запустил. Вот вместе с этим быстрым кольцом она так облетает стержень. И еще и опускается вниз. И в этом смысле она видит кольцо все время на своем уровне в одном и том же положении. Давайте-ка мы эту картинку возьмем и нарисуем на доске. Ну и вот, я изобразил здесь кольцо и стержень, и теперь мы о них поговорим, развивая наше воображение. Значит, мы с камерой облетали вокруг стержня, теперь в той системе отсчета, где камера покоится, стержень вращается. Вот я это вращение здесь показал. И мы вместе с кольцом опускались вниз. А теперь в этой системе отсчета стержень поднимается вверх. Значит, он так вращается и вверх движется. Мы летали с той же частотой вокруг стержня, с которой вращалось кольцо. И это значит, что мы само кольцо, а точнее место, которое оно занимает, видим все время фиксировано в одном и том же положении. Но это не означает, что кольцо не движется. Ведь кольцо у нас обкатывало стержень и касалось его разными своими точками. А теперь в этой системе отсчета кольцо, оставаясь неподвижным, в смысле занятия места, вращается внутри этого места вот так. Вот я это здесь изобразил. Таким образом, что вот здесь точка, в которой кольцо соприкасается со стержнем, оно, если у нас это движение происходит без проскальзывания. Ну, точка стержня поднимается вверх и вращается. И точка кольца туда же движется. И в целом кольцо вот таким образом, оставаясь на месте, вращается внутри этого места. Вот эта картинка. Еще надо не забывать, что эта система отсчета не инерциальная. И стало быть, в ней действуют силы инерции, характерные для неинерциальных систем отсчета. В прошлом ролике мы уже говорили, кольцо прижимается к стержню здесь за счет центра бежной силы. И теперь я не хочу двигаться дальше, а хочу задать вопрос юным физикам и хочу задать его вам. И вот я думаю, что именно такая картинка будет способствовать ответу на этот вопрос. Потому что мы видели, что кольцо движется в некотором перекошенном положении. А спрашивается, а что его в этом положении, какие силы его в этом перекошенном положении удерживают?
И вот ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на YouTube.